Всем привет! Сегодня 2 июня, и сегодня я еду в Полтавскую область искать грибы. Но поскольку я человек, мягко говоря, осторожный, я еду не сам, а со своими. Так что, Господи, благослови. Добрались. Здесь очень сырой и такой прохладный лес. Он находится вдали от цивилизации, поэтому здесь чисто. Честно говоря, пока я сюда приехал, пятая точка у меня уже разболелась. О, такой чистенький маслачок. Приятный очень. Моя первая находочка здесь. Посмотрите, как тут живописно. Роса блестит на солнце. И такие просто танки повылазили маслята. Никого здесь не было. И я не очень далеко от дороги нахожусь. Но вы посмотрите на эту красоту. Сейчас я начну резню. Здесь у нас двойничок. Вот здесь, в этом лесу, именно летние маслята. Они отличаются от осенних. Видите, какой он более такой светлый. Смотрите, прямо из-под кустика травки. О, свежачок, класс. Самый большой тоже классный. Черви не успели всю ножку съесть. Везет же некоторым. И вон торчит. Прекрасный. Такой маслянистый. Дождь, видно, недавно прошел. Посмотрите. Сейчас я чуть-чуть ножку обрежу. О! Хороший. А у меня под ножом прям еще один, оказывается, тут спрятался. Уже не зря приехал. Ехал, друзья, в неизвестность. О. Леса-то этого я не знаю. Первый раз здесь. Все хорошие, все отличные, но моя цель сегодня — белячки. Где же вы, мои родимые? Я ушел от... Идите сюда! Ушел от семьи, чтобы они мне не мешали, вон они идут. Смотрите, здесь же вижу, какая красота вот торчит, ё-моё! Сейчас посмотрим поближе. Обойдем его. У меня прям дух перехватывает, когда я вижу такое. Я даже не знаю, что это за гриб. Похоже. Неужели это такой масленок большой? Да, так и есть. И посмотрите, какой он чистый. Круто. Очень круто. Я... Вот, ну, минут 10, наверное, уже хожу и уже вот набрал. Как же повезло сегодня.
Вот какие-то грибы. Похоже как на опята, но это не знаю даже, может быть опенок луговой. Но здесь очень круто, мне так нравится. Постройка какая-то была. Мам, иди сюда. Что у вас тут, Максимка? Как успехи? Ну, нормальные. Подосиновик нашли и белый нашли. Только он был, знаешь, какой? Какой? Червивый. Смотри. Круто. Ну, да. Так себе? Ах, ты ж мошенник. Слышишь, ну как круто, да? Очень круто. Вообще. Чисто. Да. Воздух такой чистый. Мы даже один нашли. Беленький. Беленький. Придем домой. Это белый, Катя. Ты это молодец. А ну давай его. Не надо, она нежданно. А ну давай его. Подожди, тихо, подожди. Тихо, не надо ножом. Мама сейчас его аккуратненько выкрутит. Ё-моё, какая ты молодец. Ножка. Такая не очень. Ну, может быть, ножка и червивая. А ну давай посмотрим. Это такой, да, понимаешь? Вон он весь, смотри. Не-не-не-не-не, то фигня. Да, она вон трухлявая. Трухлявая? Ну, они сейчас зачастую такие и есть. Пап. А ну, разрежь его вдоль. Пап. Подожди, зайчик. Червоват, червоват. Ну, пусть... Кинь его тут на разведение. Пап, я знаю, как мы придем домой. Как? Мы будем ориентироваться по моху. По моху? Да, по мох. Солнцу давай. Слушай, моха я тут не видел. Тут же на этом пятачке в завалинах увидел вот такую вот шлямбур. Шлямбур? Да, огромный просто. Я уверен, что он, конечно, червивый. Мам, но мы проверим. Не могу сюда залезть быстро. А я могу. Это беляк выполз. Да. Он огромный, огромный. Но он червивый уже. Он старый просто. Покажи, покажи. Я себе чуть глаз не выколол только что веткой. Вот это красавчик, ё-моё. Ой, так у него и ножка такая. Твердая? Угу. Отлично. Смотри какой. Красавец. Красавец, даже Максим оценил. Ой, это... Свежачок. Офигеть. Смотри, как он делал. Я никогда не был так рад за тебя. Я тут же вижу бобровочки. Видишь, масленок, Макс? Угу. Под самую земельку. По земельку? Ну да. О, хороший, бери. Клади маме. Thanks. Не могу, такой вот жирненький. Да жирненький, бери. Да. Не стесняйся. Давай я возьму. Да пусть учится, Кать. Жирненький он ему. Вот зашли в дубки молодые тут же. И обнаружили вот такой вот череп мамонта. С зубами даже. А вот, кстати, модельные сапожки купил себе. Катюша посоветовала. Неправда. Вот доказательство, насколько влажный этот лес. Череп покрылся мхом. Зовут меня, зовут. Бегу! Я ж бегу и смотрю, может и мне что попадется. Как тот череп? Ё-моё! Какая красота! Вот это беляшек. А ну, и я буду смотреть. Что такое? Я не нашел еще нормального. Ё-моё, да? Да, но я увидел бугорочек какой-то здесь. Это, скорее всего, беляшоночек растет. Так и есть. Не, он червивый. Ох, жалко. А у меня, смотри, какой бочоночек. А ну, мой проверь, Катюш. Этот отличный. Давай его сюда. Твое счастье. Давай почищу. Чем мое счастье в твоих руках. Ну, землю счисти. Спасибо. Это я тебе доверю. Видишь? Золото мое беленькое. Не зря я вас взял. Я, короче... Ёкарный бабай. Чем? Что такое? Чем мне не попадаются? Что там, Кать? Смотри, один. Вот, вблизи дубов, видишь? Смотри. Вот еще, смотри. Ё-моё.
И вот еще такой там был рот. Ну-ка. И вот, а ну не наступи. Так. И вот, смотри. Смотри, Дим. Блин. Ты бачишь, что? Ты что, это ж полянка белых. Ты бачишь? Везет, да. Ну, срывай, или тебе помочь. Не надо. Я сейчас упаду. Все. Все, короче, отстаньте от меня, я пошел. Давай, давай. Своим путем. Ой, Дима, они теперь хорошие. Это тебе так. Смотри, какие. Ё-моё. Ну, это хоть оторвешься. Я понимаю, грибник. Не то, что некоторые. Ну, я знал, куда тебя привезти. Смотри, Катя, я рядышком нашел еще два. Наконец-то и мне улыбнулась. Удача. Да, они тверденькие. Да, крутые. Молоденькие. Смотрите, друзья. Блин, Катя! Короче, я оставляю корзину и шарюсь. Смотри. Смотри какой. Смотрите. Покажи. А у меня смотри какой. Класс. Давай вот здесь смотреть. Еще хорошенько. Тут такая мягкая подстилка для них. И им тут нравится, как на лесной перине. Так, давай же, Максимка, сними, как я почищу их. На. Флаг тебе, знаешь куда? В руки. На полную мощность. Максик, будешь моим оператором? Нет. Смотри, какой чистенький, классный. Ох, как классно, смотри. Красота. Смотри, Максик, наведи сюда камеру. Мы рядом совсем пропустили. Такой бугорочек. И смотри, какая тут матрешечка. Бочоночек какой. Класс. Ну-ка. Чистенький. Вот так. Вот так вот. Стоило выйти из своей зоны комфорта. Из леса, который я считаю своим. И тут такая удача. И здесь вот сразу же такая целая плеяда луговых опят. Я их очень люблю, но они кляузны тем, что очень хрупки. И посему я их сегодня брать не буду. Они такие душистые, прям запах детства. А зато вот масленочек прекрасный. Возьмем. Отличный. Оп. Оп. Хорошенький. Добро пожаловать в сокровищницу. Здесь картину писать можно. Не передает, жаль, камера, как они блестят на солнце. Эти масляные оливочки. Ух. Какое здесь эхо, как будто в галерее. Катя! Будет 1 700 000. На что ты не переживай. Смотри, какой огромный. Это что? Ё-моё. Это беляк? Это беляк. Вот, смотри. Чуть не наступил, блин. Смотри. Пока ой, тот... ну ты как, блин, как здрасте. Ой, Кать, ну, извините меня. Ой, это он вообще. Трюхлявенький. Ну, ножка, не, да. Ну, хоть порадоваться его виду. А ну-ка. Я вас сюда и вел, я чувствовал. Да, конечно, ага, ты сейчас расскажешь. Не, у него только ножка была. И то она не вся была, а ну посмотри. Да она он, смотри. Так что, брать его? Не знаю, может быть, разрезать стоит. А, он весь червивый. Угу. А ну давай. Этот оставим вот так. Чикс.
Чикс. Ой, да это тоже. Тоже, ну видишь. Вот, смотри, весь такой прям. Вроде бы еще такой белый, да, снизу. Ну вот, смотри. Угу. Ну ничего. Ищем дальше. Вот что я нашел, прям на дороге. Такой прекрасный. Жирненький. О, класс. И еще один. Тоже прекрасен он. С юбочкой. Ага, чистенький. Здесь вот такая вот находка. Гусиные или утиные яйца. Целая куча, кто-то высыпал. Ладно, идем. Как лес обманывает. Знаю. Вот, допустим, вот так. Смотри, какой бугорочек. Ага. Кажется, просто бугорочек. А ты его разрываешь. Катюш! Я тут нашел такое сокровище. Вот я врю. Смотри. Врет. Вот так лес обманывает. Да не, лес обманывает, когда вот бугорочек ты откапываешь, а там вообще нет гриба, пусто. И так обманывает. Давай зароем эту ямку. Так, только осторожно здесь. Не топчись. Ай. Классный? Ого, тяжелый. Тяжелый. Мам, смотри. Эй, мальчик, а куда это ты пошел с моим грибом? Ты маме покажи, пусть она почистит и себе положит. И отложит сторонку для меня. А ты хотел меня обмануть, что он был червивый? А я смотри, что нашел. Иди сюда, Макс. Еще. Да. Представляешь? Да не ври мне, давай. Да чуть-чуть. Смотри, какой красавчик. Да. Давай мне и этот сюда. Давай. На базу. А, ну. Мама почистила его? Да. Давай сейчас. Ты этот маме понес? Да. Ну, отнеси. Тут еще какой-то бугорок. А, нет, это ложный бугорочек. Ну что? Червивый. Что, не почистила? А ну давай. Не. А что? Я не хотела. Семечки я ем тоже. Он, Максик, чистый. Как слеза ребенка. Ой, красота. Ах. Какое-то болотушко небольшое. Ну-ка проверим. Здесь внизу повырастали вот такие вот грибы. Похожи на мухоморы, да? Пластинчатые какие-то. Тут он какое-то оно поганочное болотце. Ого, сколько дупел. Ну да, птенцы кричат. Или родители. Ух, какие здесь сыроежки громадные. Блин. Катя, ты хочешь, чтобы я тут что, курить начал? Нет. Так прикинь, глянь какой. Офигеть. Вообще случайно бугорок. Я же говорю, идешь по лесу, так приятно. Как один говорил, ему комар его укусил, ему дают помазать. На, чтобы не чесалось. Он, та хай. Воно чешешь и приятно. Чешешь и приятно. И тут ходишь и приятно.
Иди сюда по направлению к маме. Иди. Стоп! По сторонам. Максим, ты специально? Он специально притворяется. Это правда. Увидел его давно. Браво! Да, он такой большой, что сомневаешься. Это хочешь там остановить? Масленок. Да нет, вроде нормально. Да? Ну да, вроде сейчас. Ножку. Лапка вроде нормально. Хорошая. Настолько дикий лес, что тут даже кормушку для лосей сделали. Или для лосей. Видишь? Mm-hmm. Они питаются здесь. А мама говорила, что то коровьи какашки. Что ты вниз находишь сюда? Да, нахожу всякое интересное. Вот это же и есть лосиные экскременты. Что ж там такое? Чего вы орете? Да подожди, не рви, дай хоть снять. Да. А тут так сушняк такой. Тут сухо, да, не так как там. Рвать? Конечно, рви. О, да он вообще хороший. Ух ты. Нужно надеяться. Короче, вы тут собирайте, я пошел своим путем. В смысле? А вдруг я заблужусь? Да я с тобой. У самурая свой путь. А чё я ничего не нахожу? Что, и мне улыбнулась удача? Да. Да это не белый, Катя, это масленочек. Ну хоть такое. Ох ты. Хоть мне пришла удача. Подосина. Покажи, это ж масленочек тоже. Да-да. Умничка. Смотри, какой да. Красивый. Главное надеяться, что он... Грибное местечко. Ого, мам, смотри, какой. Свеженький. Так. Короче, тут много грибов. Тут как муравьи лазим и собираем грибы. Да тут вот такой вымахал. У него вон шляпа аж отвалилась. Вот это беляк был. Что у вас случилось там? Это я нашел! Смотри, вы я... меня доконаете сегодня. Это я нашел! Да подожди, я завтыкала, короче, на это, смотри. Ого. Что это такое? Какие-то зубы. Челюсть чья-то. А вон увидела грибок. А Максим, смотри, он иди, пусть он тебе покажет, что он нашел. Ё-моё, какие красавцы! Это я нашел! Ты умничка, срывай. Так, выкручивай потихоньку. Максим, это мне в ведро или маме? Ну... Один мне, один маме. Нет, твое ведро. Ах ты, папин, хорошо. Папин. А ты знаешь почему? Хорошо. Потому что ты мне примеры говоришь. Решай, решай. Ты умничка, ничего себе. Это настоящий бонус. Ё-моё, крепкий какой. Хороший. Давай второй. А это ты сырый. Ну давай, ты мне такую честь позволил совершить. Ух. Чистейшую. Класс. На, маме. Она да? Женщина. Она же женщина. О, белый. То не белый, зайчик. Ты видишь, какие ты белые нашел? Ого. Мам. А я маслят нашел столько. Уйму. Летненьких. Хорошеньких. Из-под поваленной сосенки. О, чистый. Ух ты, а там в ветках, оказывается, еще спрятался. Какой классный. Погоди. Сюда. Идем смотреть. Вот какой. Тоже очень привлекательный. Ножка червивая. Одна лишь ножка червивая. Шляпка-то золото.
Катя! Фух. Грибы заводят глубоко в лес. Начинаем друг друга терять. Оу! Чего мне куда-то бежать? Кричит, иди сюда, когда тут такое творится, а? И вот. Чистячки мои ненаглядные, маслянистенькие мои. Чистотел растет. Эй! Так. И еще масленочек. Ушастый, даже не один, а двое. И еще. Я тут нарвался на поляну маслят. Так, ну этот червоватенький. А, у него ножичка чуть-чуть. В общем, возьму. Ой, Максик, сколько маслят тут нашел. Тьма. Польские. Угу. Польские пошли. Да, это уже три. Вот. То ли лес такой, то ли, может быть, сезон такой. А кто-то мне писал, высокосный год, грибы собирать нельзя. Чё нельзя? Можно и нужно. Классно. Нашел! Наконец-то и я, по-моему, польские нашел. Точно. Точно польские. Смотрите, друзья. Прекрасный. Еще и чистенькие. Чистейшие. Класс. Ой, класс. Фух. Огромного нашли. Примерно вот такого. Сейчас пойду гляну. Я что тоже, Максик, смотри. Польские нашел вон. Да, смотри. Сейчас. Наконец-то. И у ребенка азарт проснулся. Я хочу показать тебе, как здесь красиво, Максим. Смотри, какой густой мох. Да. Ландыши. Послушай меня. А здесь, посмотри, готов? Красота такая. Это во мху. Так себе. У нас получше. Это так себе? Ну-ка покажи. Ё-моё. В мохе рос. Замочка. В мху. Смотри, какой. Ножка чистейшая. Ну, у меня чуть-чуть поменьше, но тоже классный. Класснючий. Смотри, какой у нас. О, я так рад, друзья, что мы сюда приехали. Где мы ехали, да? Ну что, нравится грибы собирать? Так себе. Смотри, мы тоже нашли. Я тебе покажу, как мы нашли. Значит, с Максимкой. Ага, это и я видим. Нашел. Это я нашел. Вот такую вот красоту. Вы посмотрите. Прям мох на грибке. Смотрите, как круто. Мху. Мху. Какой он огромный. Дай, мам, дай. Я сейчас папу. Стой, да подожди, дай же посмотреть его. Смотри. Дай. Друзья, вы такого. Какой он огромный. Я вам желаю, чтобы ты такого нашли. Смотри, еще как сердечко можно смотреть. Катюша, Катюша, говорю, не срезай, смотри. Это я. Дай снять, такая красота. А ну, Максим, убери ручку. Блин, что я первый? Вот таким дубочком, вот такой вот маслячок.
Моим ножиком. Хороший. Вы представляете, что она делает? Вы представляете? Сюда. На. Красота. Блин. Ты видишь, Максим, ты его не нашел. Лосяж даже его не нашел. А мама нашла. Да он так. И я даже не нашел. Что сравни лосяжу. Иду, иду. О, два, блин. Два чего? Вот. Ну, кто это? Я не знаю. Я не два лучший. Польские? Два. Нямна. Ничего-то не хочет. Угу. Красота. Нямна. Я его увидела издалека. Смотри, какой. Смотри. А это, по-моему, Катя, не белый. Это, а, это же польский. Этот, польский, да. Папа, иди сюда. Я думал, белый. Что? Иди. Ух ты. Ух ты. Иди. Да, это масленочек. А вон еще второй. Ищи. Вот тут самое то. О, вот еще один. Пап, как ты не мог? Смотри. Смотри, мам. Молодец, срезай. Молодец. Мам, когда я ты моим ножиком срезай, хорошо? А, да. А это Максим этот, не масленок, это польский. Кто? А. Нет, это маслята летние. Да. А ты, я говорила, польский. Ой, он плохой. Он. Мам, смотри. Ага, красивый. Явно есть. Нет? Очень красивый. Явно есть. Явно, да. Сейчас по кругу будем. Я когда слышу, я говорю, не двигайся, подожди. Что там? Что там? Там как голова горит. Да ты что? Да вот маленький. А, так это полячок. Да? Или это белый? Или что это? Поляк. Вот это поляк как белый, ё-моё. И вот еще. Ну как мой был. Только мой покрасивее. Смотри, какой поляк. Толстоногий. Угу. Это ты мне говоришь, какой тут поляк. Тут прям одни эти, да? Но... Да, классно. Ну вот еще. Дима, ну что ж такое? Ну что сегодня не так? Все, хватит. Дима сюда привез кого-то. Димочка, ну что ж так, а? Ну как же какой быть? Какой полячок жирненький, а? А я вот ихнего ребеночка нашел. Тоже о, классно. Такой хороший, смотри. Ну и отлично. Дима уже не тот. Пора переименовывать. Чуть не стал на него. Три. И вот и я нашла. Это я первый. Так, а я это вот. Все мои грибы. Все, мои грибы. Это все мои грибы. Класс. Ну потому что я знаю, что если тут гриб есть, то направление сюда. Ну понятно. Ой, так он еще, смотри, Максим. Ботаник. Четыре. Обожаю эти грибочки. За то, что они такие семейные. Ну похвали меня. Ну умничка, молодец. Блин, тут они явно вонят. Знаете, я вот думаю, почему здесь много польских. Может, из-за того, что тут вот рядом акации. Как Катя буду делать. Полячок возле пенечка. Да, хороший, ну, да. Хороший. Ну вы еще никто не побил мой рекорд. Да, сразу три никто. И сразу два белых таких красивых. Нашли кучу, полянку целую маховичков. Покажи, Кать. Не. Да. Ну, а вот я увидел. Вот это тоже. Два. И самое интересное, что они даже не червивые здесь. Стыдно, конечно, признаться, но
Я постоянно у Кати спрашиваю, где находится машина, потому как хреново ориентируюсь на местности. А интернет здесь не ловит. Такие дела. Сам тут пропаду без жены. А теперь мы попали на полянку. На полянку Поличков. Да? Да. Вон Катя уже ведерко нарубала. Накосила Катюша. А люди жалуются. Такая холодная, дождливая весна. И уже второй день лета, и прохладно, и дождливенько, сыро. А я отпуск взял и радуюсь. Это что, Максим? Это танец победителя. Танец грибника. Танец грибника. Ё-моё. Ты его сам выкрутишь? Ну давай, бери. Сам. Блин. Аккуратно не сломай. Под самый корешок. Выкручивай его. О, он вылетел. А ну давай я посмотрю. Ого. Ну режется вроде ничего. Чистяк. О! Блин, давай так, а мне надо в корзину. Нет. Да тебе уже класть некуда, Кать. Ну. Давай. Так, куда ты? Конечно, трофейчик решил себе. Все, Максик в моей команде. Я тебя принимаю великодушно. Великодушно принимаешь? Да. Ладно, а ты тут... Блин, они тут не поддаются никакому объяснению. Акации растут, никогда не находил в акациях. Вот, да где ж два? Их тут три. Нет, раз. А то вообще крупняк. Блин. Смотри. Да, классный. А тут три? А тут три, да, смотри. Один, два и три. Ой, он червивый. Тот червивый, да? Да, очень. Ой, этот, да, поеденный. Все любят Полячков. Так, этот... Что у нас? Не, этот частично. Чистенький. Этот хороший. Этот смотрим. Неудобно мне одной рукой. А ну, Катюш, порежь его. Все, мы уже в одной всей команде. О, смотри, какие каштанчики. Капец. Как будто лосиные какаханчики. Как я снимал. Не, ну ты смотри, может, одноножка. Да. Видишь, а шляпка хорошая. Угу. Да? Угу. А что ты не рад, что я таких огромных нашел? Рад, Максимка, рад. Тебя надо хвалить без конца, да? Сразу иду и сразу еще двоих нашел. На, Катюша. Максик, стой, держи. Вот этот срывай. Это вот что? Этот срывай. Ну. Я пошел дальше, потому что я тут ты увидел уже? Целую меня... дорожку. Стоп. Держи. Держи. Ты меня что хочешь проткнуть? Ты меня что хочешь, чтобы я держала? Ты нашел? Как прикольно. О, пять нашел. Ух ты. Пять нашел. А сейчас, да. Подожди, Максик. Дай с этими справимся. Это как? Они что? Не, еще срезай. Рыжие не надо нам. Да выбрасывай. Еще. Все. Все. Молодец, Катя. Даже пять. Справляешься со своей пять задачей. Пять. Шинковальщицы. Катя, ну ты я ж тебя снимаю. Ой. Пап, на. Старость, не радость. Пап, смотри, еще Максик, два. Еще два. Тут их вон, вот. Видимо, невидимо. Пап, вот. В траве, да смотри. Вот. Да вижу я. Блин,
Блин, Кать, давай я буду тут их выкладывать, короче, а ты будешь их тут смотреть. Ну, блин, знаю, у меня так смешно. Так, подожди. Не топчись ты, ну давишь один. Ну что ж ты, Максим? А вот еще один, огромный. Ух ты, ух ты. Пап, огромный. Да вижу я, Максик. На, неси маме. Только не наступи вот тут под ногой. Мам. Целая поляна польских. Держи. Еще. Ну что, большие посмотрим. Они зачастую червивые. Но надо все равно проверять. Бывает и везет. В травушке. Муравушки. Максик, держи. Прячутся. Вот, по два. Эти вообще слились воедино. Они тут под глубокой травой и живут, они маскируются. Под пушистой травой, да? Да. Они... Были и пропустили моего толстячка. Он меня ждал. Бочоночек мой польскенький. Ходили. Чистенький мой. А! Иди! Ты всех лосей распугал. Смотри, я. Ё-моё, здоровый, а ну подожди. Вот что я нашёл. И ты большой. О, а я по пути тоже нашел. Это я тоже нашел. Это все ты нашел. Это я нашел. По пути увидел. Мама, как ты могла пропустить? Да ты что? Смотри, еще один. Так вырывай его. Это здоровый. Давай, выкручивай. Так уже получше будет. Выкручивай. О. О. Ну, хороший, красивый. Мне уже некуда ложить. Там не клади, у меня там побольше будет. Давай я вот режу, подожди. Слушай, я тебе вот этого туда тоже положу. Клади, клади. Шмели. Да, шмель летает. Значит, холодно уже не будет. А вот негритосик. Польский. Польского происхождения. Ё-моё. Фотку сделай. Ну, Катюшенька, подожди, я как-то встал, тут солнце. Давайте я сейчас сорву. Давай. Потому что вот этого чуда достается чудному мальчику. Мальчуга. Да давай его так выкручиваем. Крепкий орех. А не, у него что, пустая нога? А, он червивый, червивый, червивый. Да подожди. Да что, вот тут смотри. Рано радовался. Нам давай так. Будет. Ну он выглядел очень красиво. Пусть отдыхает здесь дальше. Не такой тугая, такая у него шляпка. Вот он. Вот он, красавчик. Катя, иди сюда, попробуй его на вкус. Как тебе? Хороший. Ты мне скажи, домой хочешь уже? Не очень. Не очень, а я очень. Я уже устал. А мне уже понравилось. Ну вот, видишь. Грибалочка наша. Я вот, смотрите, шел. Говорю всем, стоять. Не подходите, это мой. Какой, да? Огромный. Красавчик. Оттуда видишь масленок, а я отсюда вижу беляшек. Он спрятался просто под иголками и под листвой. Тебе не видно, смотри. А мой? Ой, твой хороший. Смотри, Катюша, на. Давай. Пап. Вот они мои нытики. О, свежачок. Пап. Я говорю, вот они мои нытики. Пап. Уже не ноют, уже да. Домой не хотят. Пап. Давай посмотрим на твою маслюку. Вот, а это тоже хороший. Ух ты. Пап. Молодец, Максим. Ты сегодня вообще золотой ребенок. Нет. Уже не нытики, а бывшие нытики.
движемся уже к дому. Да. Потому как что? Потому как устали. Да. И тяжело нести наши полные шаланды. Да, но последний найдем и на этом закончим. Как мы обещали, последний гриб найти. То мама 4 последних нашла, да? Ну да. Я вижу. Тут целая полянка. Мам, смотри, мам, еще один. Да, сейчас. Ух ты. А вот маховичок. Мам, вон. Или это тоже такой польский? Маме, давай. Вот, друзья, наш результат. Как вам? Что мы тут делаем? Катюш! Вот так вот. Ты рада, что мы столько грибов набрали? Рада. Что-то глаза у тебя грустные. Друзья, если вам нравится такая грибалочка, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Всем здоровья и удачи.